Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке «Приключения Софи». Мы продолжаем играть, многие просили продолжение этой игры, так что мы, в принципе, поехали. Это 8-й левел. Ага, мне просто нужно сейчас в обеденной комнатке сделать селфи. Такие вот дела. Опа, тут камеры. А как быть тогда? Не понял. Смотри, здесь камера вот эта жесткая. Попробуем ее сейчас как-нибудь обойти. А, вот, блинский, мы ее тут можем обойти. И все. И типа тут мутим селфи. А, мне надо сейчас приготовиться вырубить этого. Ладно, смотрим. Сейчас я его вырублю сразу. Так. Тихо. Ой! А почему? Не вырубился он. Обалденно. Так, погоди, может, что-то я неправильно сделал? Так, ладно, может быть, надо просто тут стоять, и я отсюда в него должен пальнуть. Все, мы приготовились снова. Наготове. Жалко, камеры нельзя вырубать. Было бы тоже удобненько. Он меня не видит. Я такой, хоп. Что-то мы по нему попасть не можем. А, вот, попали. Наконец-таки. Ой, в каком же он тупом месте? А, все, отлично. Фух, живем. Good job. О, прикольно. Все, готово. Ладно, идем дальше. Следующий уровень. Этот какой-то странный был немножечко. Ладно, мне нужно подняться наверх, потом спрятаться в гардероб Пенелопы и там, короче, попробовать ее любимую одежду. Но что-то как-то жесть. Ладно, окей, тут не будет камеры или что-то типа того. Сюда не проходим. А, вот карточка нам для чего нужна была. Так. Воу. Воу. А тут пипикает. Тут пипикает, а мы хоп, нашли. Выключаем. Все, 1-3-5. Пароль, в принципе, не поменялся. У нас было время ограниченное. Да хватит пипикать уже, надоело. А, все. И теперь мы можем померить одежку. Вот оно. Та-ра-да-дам. И делаем селфи. И тут делаем селфи, окей. Пэньк. Ой, одежда поменялась, это прикольно. Даже охранника не просто вырубать, который в соседней комнате сидит. Окей. Чем дальше, тем лучше. Короче, теперь нам нужно попасть в ее ванную комнату. И попробовать ее косметику сделать селфи. Но это уже совсем какое-то сумасшествие, если честно. Но как бы... Ух ты, ё-моё. Ну как бы окей. Нам придется это сделать. А, мне нужно дождаться, когда он свалит. Но я как бы мог бы его вырубить. Ну ладно, окей. Блин, ну это реально сумасшедшая девка. Сумасшедшая девка. Чё ж она творит-то? Она тут не спалит, интересно. А, нет, смотри, не спалил. Так. Пальнем по нему, нет? Нет, смотрите, даже не надо этот, как его, по нему стрелять. Мы просто можем сейчас попробовать всю эту косметику тут. Хорошо, говорят мне. Угу. Так, и снова делаем селфи. Что-то изменилось? Не, ничего не изменилось. И даже одежда ее старая. Ладно, окей, идем дальше. Пенелопа дома. Спрячься в ее спальне и сделай селфи. Что-то с ее телефоном. Воу. Ага, смотри-ка, она приехала своим муженьком. Как она ходит, посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Окей. Пенелопа где-то поблизости. Мне надо сейчас... Вон она, вон она. Так. Давайте ее вырубим нафиг. Она ходит какая-то дебилка. Типа модель, да? Ну, а как, куда мне спрятаться-то? Я что-то немного не догоняю. Тут охранник. Как мне продолжить прятаться, если меня сейчас тут на изи спалят? Если честно, меня тут реально на изи спалят. Так. А вот. Смотрите-ка. Нас тут как будто бы нет. Собачка там веселится на улице. Продолжайте прятаться, мне говорят. Ну, ага. Окей. Все, идем.
Она ушла отсюда. И сейчас мне нужно ее телефон найти. А, сделать селфи на ее телефон. Лол. Ну это вообще жесть, по-моему. Сейчас нас должны уже по-любому спалить. Так, короче, Ник это ее секретный бойфренд. Ага, мне нужно их, так сказать, раскрыть. При этом сделать фото, чтобы это получилось. Хорошо. Но это будет достаточно проблематично, как я понимаю, потому что у нас тут вот этот дебил, это раз. Опа, подожди, там еще один идет. Сейчас он в дом, что ли, нет? Да, он в дом. А он не спалит, что я его друга убил? Ему, видать, вообще по барабану. Так, у нас, по-моему, проблемы. Ему вообще по барабану. Взял, вырубил его. Тихо, давай второго. Ах ты ж, блинский. Не фартануло. Так. Ладно, снова этого вырубили, дебила. О, вот они. Так. Надо избегать камеру. А как сделать фото? А, мне нужно получить сначала ключ от тачки. Забираем. А как сделать фото их? Ага, вот что надо встать. Вот оно что. Все. Выполнил. Хорошо сработано. Этот Ник припарковал свою спорт-тачку на заднем дворике. Ага, теперь мне нужно сделать селфи с его тачкой. Хм, ну ладно, окей. Так, сюда я не могу пройти. Сюда я могу пройти. И тут уже тусовочка-то закончилась. Еды уже нет, я не могу выйти. Если мне сейчас придется... О, да. Мне, походу, так и придется. Как мне их вынести-то? Я не знаю, мне не получается что-то стрельнуть по этому дебилу. А что будет, если я на камеру встану? Ой, блинский. По-моему... А я-то могу спрятаться. Ух ты, я красавец. Смотрите. Ну, красавец, точнее. Тут все немножко по-другому. Мы же за девочку играем. А, меня спалила камера, но не очень сильно. Ну вот, допустим, бросим туда. Отвлекли его, хорошо. Так, ну эта дебильная камера мне по-прежнему мешает. И вот это тоже. Тут еще нет. Этот сикает, как обычно. Ты надоел. Постоянно, как я рядом с тобой не пройду, ты постоянно сикаешь. Так, вон охрана. Сейчас по нему пальну. Так, минус. Я не знаю, тут меня может спалить. Сейчас брошу ему. Так, хорошо. Отвлекли и делаем селфи. Дверь уже, кстати, открыли. Воу. Ну все, топчик. Смотрим, что у нас следующее. А, все, мы прошли игру. Мы прошли игру, оказывается. Нифига себе. Ну окей. Короче, ролик получился достаточно коротким, ребята. Но тут ничего не поделаешь. Мы можем, кстати, еще кое-что попробовать. Мы же не попробовали этот. Вынести этих самих голубков-то. Попробуем, может быть, получится. Если получится, будет прикольно. И что будет, если они меня спалят? Тоже интересный варик. Пробуем бросить, например, вот эту байду. А, им вообще по барабану. Им реально вообще по барабану. На меня-то. Как будто меня тут нет. Стрельнуть по ним не получается. Они меня могут спалить? Привет, ребятки. Чё, как быть? Смотри, смотри, смотри. Мы типа палим себя. Им вообще пофигу. Ха, тут систему эту не сделали. Сейчас дебил прибежит один, который это услышал. Мы его вынесем, в принципе, да и все. Так, смотрите. Хобочки. Минус, дядя, отдыхай. И мы по-прежнему можем как бы тут... Чё за... А другие меня не палят, да? И все, мы проходим. Они какие-то идиоты. Они реально какие-то идиоты, я не понял, в чем прикол. Короче, ребятки, мы полностью прошли эту игру. Я что-то ожидал, то, что эти уровни, которые у нас остались, будут посложнее. Но в итоге они оказались, в принципе, примерно такими же. И вообще не было даже сложно. Из-за этого видео получилось достаточно коротким. Но, в принципе, думаю, вы особо не расстроитесь. Самое главное то, что мы допрошли эту игру. Так, давайте сейчас быстренько попробуем выбежать. Ой, нас никто не палит, вообще нормально живем. А нет, смотри, меня спалил этот дебил.
Тихо. Да ё-моё! Три охранника! Смотри, если сейчас я попробую миссию выполнить, я офигею, если я её сейчас выполню. Прикол будет. Смотри. Поймали. Ладно, все, ребят, мы все попробовали то, что я хотел. Селфи, кстати, сделалось там в итоге по звуку. Короче, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Зависла игра, кстати. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.